Всем привет! Хотела вам показать нашу еще раз колясочку. Мне безумно нравится вот эта часть, очень красивая. На камере что-то все такое осветленное, а на самом деле она темная, черная. Как она мне нравится вообще. Да, она какая-то сероватая. Сейчас настрою. А на самом деле она прям черная коляска. Она очень круто для Сэнди смотрится. Мне нравится сидячее положение. Мне нравится, какая здесь ручка. Мне нравится из Волкер Чарли. Какое у них качество крутое. Нравится такой капюшон. И да, хотела сообщить, что у нас сегодня будет люлька. Люлька примерно вот такого цвета. Ну, это как бы есть коляски, например, вот такого изумрудного. У них идет вот здесь ручка коричневая, вот здесь коричневая. И люльку, когда берете, снимаете, вот здесь кусочек тоже коричневого. Вот. Поэтому для вот этой колясочки нужно брать именно люльку черную, ну как бы так, чтобы была черный кусочек вот здесь. Но я не так все у меня, поэтому у нас будет люлька изумрудного цвета. Вот. И у нас будет там адаптеры, люлька и дождевик на люльку. Это самое важное. Вот так. И получается, у нас здесь ручки черные. Вот. А здесь будет на люльке у нас коричневая. Будет стильно, мне кажется, все равно мне нравится. Я черную не захотела, именно хотела изумрудную. Так что ждите, сегодня я ее заберу. Моя малышка. Пич. Лежит вот такой не новенький боди с длинным рукавом, такие ползуночки и новый носочек. Также у нее новая погремушечка, такая миленькая, кстати, просто красота. Вот, так что сегодня наконец-то у нас будет люлька. Я думала, что люльки у нас не будет, со временем появится, но она появится именно сегодня. Также я хочу навести дома порядки к Новому году. Все поубирать. Вот. Хочу комнатку сделать, уголочек для малышей. Отсюда убрать, елку переставить. Туда хочу, в общем, там, в той комнате сделать для малышей. Вот это буквально все убрать. Оставить только вот эту малышку здесь с собой. Вот. Так что красоту надо навести. Чтобы... И еще, кстати, я сделала эти, вставила батареи, купила. Так. Такая музыка играет. Есть вибрация. Как там? Так. Вот, очень довольна я этой коляской, конечно. Мне очень нравится дизайн их. Прям нравится. Прям офигеть. Крутой дизайн. Нравится капюшон, очень прикольный, вообще просто. И капюшон этот, конечно, еще там расстегивается, он еще ниже ложится. Нравятся эти окошечки. И здесь как не сетка, ну как сеточка, но она такая плотная-плотная. Качество очень крутое. Поэтому коляска обалденная. Ну, в этом блоке у нас будет ездить Сэнди. Вот. Так что скоро сделаем прогулку. И да, у нас сегодня выпал снег. У нас уже был снег. И сегодня утром пошли мы с Ханой гулять и смотрим там снег. Хану вчера я покупала. У нее новый ошейник. Также я Аврору покупала вчера и Габи. И, кстати, Авроре купила вот такую классную лежанку, смотрите. Для сфинксов самое то. Она прям не вылазит с нее. Ей настолько она понравилась. Она обычно лежит на диване и укрывается пледом. Плед я постирала. Вот. И вот такую лежанку ей купила. Она туда, короче, залазит. И я потом ее сверху накрываю. Она кайфует. А когда ей жарко, она, получается, сама вот так ложится просто на пледик. В общем, как часах почти час дня. Поэтому где-то после обеда, часа в 3, я заберу люлечку нашу. И мы будем снимать и с Люлькой, с этой малышкой Пичи, и с Сэнди в прогулочном блоке.
Так что у нас куча еще будет влогов. Пич купила вот такие вот розовенькие у нее носочки. Купила и такие беленькие, очень красивые такие. И такие, они даже не красненькие. Камера неправильно передает, они малиновые. Очень классные. Мне понравились эти носочки. Я ей взяла. Блин, какая она классная. Еще, кстати, я ей вот эту сосочку сделала. Магнитик, если клеить посерединке, то она не держится. То есть у нее магнитик где-то вот здесь. Я пробую вот здесь наклеить. Сейчас он подсохнет. И проверим. То есть можно будет или низ, или магнит наверх. Как-то попробуем, как будет держаться. Очень классная сосочка, кстати. Аналог дорогих сосок Бипс, но она тоже очень классная. Вот. А вот такая сосочка, которую нам мастер передал, она шикарно не держится. Вот, видите, она как обрезана и как внизу магнитик. Но магнит здесь такой большой, классный. Я на Валбросе хочу заказать тоже магниты большие, потому что маленькие. Но здесь тоже мастер. Это мастер-сосочка. У нас вот здесь магнитик. Но она шикарна. Шикарна прям. Какая она классная вообще. Такой прям, прям ребеночек. Ну что, ждите новую люльку. Так что скоро она будет у меня. Наконец-то. Я собрала зайку. Мы сейчас поедем вместе за люлечкой. Вот. Красавица маленькая. Такая миленькая. Я не жалею, что мы приобрели этот комбез. Очень классный. Просто офигенный. Мне писали по поводу этого комбеза. Кто-то, видимо, тоже хочет его приобрести. Введите просто в магазине, вот это, в приложении Валберс, комбинезоны или вещи для новорожденных H&M. И все, и он выйдет. Там и очень мало Валберс. Ну, по крайней мере, у нас здесь мало выбора. Можете просто написать комбинезон, и он выйдет. Нам нужно заехать в детский магазин. Вот, потому что у нас в городе гель для стирки ушастый нянь вообще нигде нету, ни в гипермаркетах, ни на рынках. Вот, и мы заедем в магазин, у них всегда все есть. Так что сейчас заедем купим, потому что детские вещи я стираю только им, чтобы не было, там, не знаю, какой-то реакции на краску. Люлечку мы забрали. Вот мы с Кирой заехали в детский магазин, купили гель для стирки, идем к машине. Так что вот такие вот дела. Все поумилялись, потрогали ее, поносили на ручках. Так я мило. Я приехала домой. Вот наша новая люлька. Красивая, немножко помятая, но цвет такой изумрудно-зеленый. Короче, свет опять не передает. Это я покажу вам, когда буду на улице. Вот я про эту коричневую ручку говорила. Но смотрится очень-очень стильно. Посмотрите. Блин, обалдеть, как красиво. Здорово. Здесь, короче, дышащий матрасик такой. И люлька складывается прям. Прямо она потом становится такая плоская. Вот адаптеры такие специальные к ней. Вот. Такой вот капюшончик. Сейчас мы его сложим. Вот. Складывается капюшончик. Потом к ней идет москитная. Нет, москитной сетки нет. То есть к ней идет адаптеры и дождевик. Обалденно красиво смотрится. И еще к ней идет вот такая штука. Чехольчик такой. Вот он здесь как бы здесь цепляется. Здесь он на липучках. И здесь цепляется, где вот капюшон, чтобы держалось хорошо. Ну, я так не буду его цеплять, просто покажу визуально, как. Она такая маленькая, такая мило, аккуратненько, прям. А, еще здесь, кстати, вот что есть. Я забыла. Во. Здесь еще есть такой вот козырек. Блин, как круто. Просто бомба. Сейчас мы посмотрим в зеркало. Ой. В зеркале. Вот, кстати. Вот здесь более натуральный цвет сейчас. Какая красота.
Я пришла, у меня так носки сложены. Так, как она мне нравится. Наконец-то моя мечта сбылась. И даже ничего, если у нас прогулочный блок черный, а люлька коричневая. Ну, в смысле, с коричневой ручкой. Еще мне понравилось, что черная это здесь только ручка на самом деле. Потому что на прогулочном блоке здесь же еще есть бампер, за который ребеночек держится. Кстати. А здесь идет просто черная ручка. Потому что это как бы люлька. И вот коричневый, стильно. В общем, пишите в комментарии, как вам наша колясочка. Из Walker Charlie. Это очень, кстати, популярная сейчас коляска. Что нравится, что идет люлька. Отдельно можно еще купить сюда, кстати, подстаканник можно купить. Потом для телефона тоже можно купить такую подставочку, чтобы снимать, например, влоги. Ну, в общем, я очень довольна. Ну, на этом я прощаюсь. Всем пока-пока. Я опять вернулась. Вот я включила свет. Вот такой вот свет. Видите, вот сейчас точка-точку показывает, какой свет. И, кстати, смотрите, у нас еще вот такой вот тепленький. Такая распашоночка у нас появилась. И вот такие ползуночки. Прелесть, короче. Ну, а теперь всем пока-пока. Снова вернулась. Я просто хотела с вами поделиться таким классным дождевиком фирменным. Здесь, короче, окошечко. Ну, ручечка такая. Здесь вот все закрыто. Такой вот с пленочкой. Он помятый, я его одела, чтобы разровнять. Здесь как плащевка из Walker. Вот, здесь их этот... Лямбочка здесь вот так вот, все прикрыто, очень-очень круто. Дождевик офигенный, то есть он идет пленочный, чтобы ребенка видеть, и идет такой вот, как плащевочка, то есть он полностью закрывает плащевкой коляску. Обалдеть, круто, необычно и здорово. Ну а теперь всем пока-пока. Пишите обязательно, как вам наш дождевик, как наша люлечка и понравилась ли вообще наша колясочка.